Гостям учебного заведения сегодня представили образовательные программы Олимпийского университета по подготовке современных менеджеров для индустрии спорта. Преподаватели РМУ, а это профессора из 10 стран, рассказали об особенностях обучения в университете и о его преимуществах, а студенты о тех перспективах, которые дает ВУЗ. Для меня после как завершения карьеры спортивной очень важно, чтобы для себя, чтобы развиваться дальше. Ну и, конечно, там молодым спортсменам, детям передать свои знания, опыт. Специальным гостем университета сегодня стал пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Он отметил, что РМОУ – это одна из важнейших составляющих олимпийского наследия страны. Потребность в кадрах, которые могут получить здесь специфическое целевое образование, связанное именно со спортом, с менеджментом в спорте, значение это переоценить очень сложно, потому что нехватка таких кадров, она ощущается буквально на каждом шагу и в наших спортивных федерациях, и в наших спортивных организациях. За 4 года в Олимпийском университете уникальное образование получили более 600 студентов со всего мира. Каждый из них трудоустроен. Ну а многие выпускники после обучения остаются работать на объектах в Сочи, которые они называют отличным городом для реализации самых амбициозных планов. Выпускник первого года нашего обучения, питерский, он блестяще учился, Иван Беляев, вернулся в Сочи и создал здесь детскую футбольную школу. А еще один есть у нас выпускник, который остался работать в Югспорте. Многие сочинцы остались работать, которые у нас прошли обучение, поэтому мы созданы не только для страны и мира, конечно, мы созданы и для Сочи.